Ну ладно, вернемся, пока мы тут все говорили. Дело в том, что Эдик — это чемпион МФА, чемпионат России по Mortal Kombat 9 последнего. А Нимочка, точнее Клюв, это человек просто с оригинальным никнеймом. На самом деле его зовут Клюв 17. То ли это Клюв 17, и что случилось с предыдущими 16, мы не узнаем. А может, узнаем, может, он выиграет турнир и расскажет нам. То ли это его возраст. В любом случае, Эдик пока уверенно выигрывает первый раунд. Прошлый турнир для него сложился не очень хорошо, но так вышло, что он в первом туре играл с победителем новичкового турнира, неким человеком по имени Сайбер. Киборгом, возможно, посланным из будущего, чтобы остановить Эдика. Вот, но в любом случае, Клюв пока клюет очень вяло Эдика, который играет за ассасина, наемного убийцу зловещего. Возможно, 16 предыдущих клювов покарал именно он, и 17-й явился мстить, но как-то неудачно. Не очень ему помогает. Ой-ой-ой, приседает Чипедди над выстрелом. Подсекает его тем временем клюв зловещий. Ковбой с какой-то шляпе, он похож на ковбой Мальборо. Получилось что-то, мастикатор, наверное, зайти в комнату. Других предположений я не могу высказать на стриме, который смотрят дети. Престыженный, прекрасный, представительница прекрасного пола. Ну что ж, у Эдика... Ох, и да, он забирает этот раунд бросочком. Очень уверенного клюва он разделал. Жаркое на ужин сегодня будет у Эдика.